Мы находимся в Зимбабве. Сегодня предпоследний вечер нашего пребывания здесь в Зимбабве. И... Доброе утро. Вот мы доехали к нашему месту провождения лекции. Друзья, мы очень рады, что мы здесь, в Хараре, и начался наше путешествие через обучение наших студентов. But to conversation with women was not forbidden. So, Yeshua is broken a social taboo, speaking to a woman. Вот этот колледж евангельских христиан. И в этом колледже они смогли принять наших студентов из разных мест Зимбабве. Лемба приехали сюда для обучения на группе Кадима. И это сегодня, некоторое время мы уже проходим здесь, но сегодня это третий день. Приехал сюда, в Зимбабве, с надеждой, то, что я буду проповедовать, учить, говорить. Я был более благословен тем, что дальше происходило. Я уже говорил, и, может быть, это не было услышано, может, вы услышите в наших передачах о том, что в день, когда мы приехали, мы на следующее утро пошли на завтрак и встретили человека, которого мы давно не встречались. Это пастор Гати, который из Зимбабве, и Синди Джейкобс. Для нас был сюрприз, огромнейший сюрприз, ведь их, и эта женщина была в Одессе 19 лет назад и пророчествовала об Одессе, о переменах, о ситуации, которые произойдут, особенно о том, что в Одессе поменяется даже культура, и перекрашены будут дома, здания. Она это видела, и она об этом говорила. Многие пастора тогда еще удивлялись, потому что все было в сером цвете. Но буквально, когда мы встретились с ней, она говорит, вчера я вспоминала на одной из проповедей своих в Зимбабве о Одессе. И как Одесса? Она спросила, как, поменялись ли цвета? И мы сказали, да. Вот после этого мы расстались, и в этот же день мы пошли пешком на собрание Синди Джейкобс. 2,5 километра мы шли пешком, это где-то, может, минут 30-40. И вы должны понять, что среди улиц видеть белых людей здесь очень сложно, и почти нету их. Они все сидят либо в такси едут, либо едут, кто-то их подвозит. А ситуация была такая удивительная, мы нас все... смотрели, что мы как белые люди идем по улицам Хараре. Особенно нужно было выйти за пределы Хараре, то есть за линию, например, межевания центра и дальних уголков. Но все равно это было очень удивительно, прекрасно. Мы были на собрании, на этом собрании было много людей, и Синди стала пророчествовать в нашу сторону. Но об этом уже другая передача. Мы находимся в Зимбабве. Сегодня предпоследний вечер нашего пребывания здесь, в Зимбабве. И... Доброе утро. Вот мы доехали к нашему месту